Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S20 Fan Edition включить режим «Не беспокоить». Для этого заходим в настройки. Далее ищем пункт «Уведомления», после чего заходим в пункт «Не беспокоить». И здесь можем его настроить. Можем включить по расписанию. Давайте добавим, например, с понедельника по пятницу, чтобы нас не будили с 10 до 7. Назовем это, пускай будет «Будни». И нажимаем «Сохранить». Здесь у нас включается и выключается. Далее, продолжительность. Спрашивать каждый раз. Можете сделать меньше, больше, либо же до отключения вручную. Скрытие уведомлений. Можем, нажав сюда, скрыть абсолютно все, либо скрыть поодиночке какие-либо уведомления из этого списка. Разрешенные вызовы. От кого будем получать? От всех, только от контактов, только от избранных, либо же ни от кого. Давайте нажмем «Ни от кого», сообщение, например, от избранных. Хотя выбор у нас точно такой же. Повторные вызовы. Если функция включена, если какой-нибудь человек звонит нам второй раз в течение 15 минут, то мы звонок услышим. Если функция отключена, то, естественно, ничего мы не услышим. Также можем включить либо выключить будильники, звуки медиа, звуки касания, события календаря и напоминания. Когда все готово, включаем. Появляется такой значок «Стоп». Но гораздо быстрее включать и выключать данный режим можно просто с помощью шторки. Опускаем ее. И здесь находится значок «Не беспокоить». Нажимаем на него, включаем и выключаем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!